Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Гамовер, это бонус, а следовательно, в эфире программа «От винта». Коль скоро этот жаркий денек застает нас не на морском побережье, а по обе стороны телеэкрана, давайте, по крайней мере, проведем это время с толком и поговорим о разнообразных компьютерных играх. А также у нас сегодня в студии будет гость, большой компьютерный художник и любитель всего на свете. Первая игра, о которой мы сегодня вам расскажем, отправляет нас в далекую страну терминаторов. Мы неоднократно в нашей программе рассказывали о терминаторах, но уж очень они нам полюбились. Она называется Skynet. Чего нет? Skynet. Небесная нить. Какая нить? Небесная сеть. Sir! Yes, sir! You're gonna move your ass to my command! Из знаменитого фильма создатели игры позаимствовали не только сюжет, но и всю атрибутику. И так наступило будущее. Власть на Земле захватили роботы и, кстати, компьютеры. Быстродействие новых процессоров сравнялось с лукавством человеческого мозга, и электронные машины переняли много человеческих пороков. Главным из них стало стремление к абсолютной власти над всем миром. Людей умные машины решили уничтожить за ненадобностью. Поэтому люди, не выкованные, по выражению Венедикта Ерофеева, из нержавеющей стали с головы до пят, были вынуждены уйти в подполье. Движение сопротивления решило освободить Землю от железного диктатора. В отличие от большинства подобных игр, в Skynet имеется подобие сюжета. Каждый уровень включает в себя какое-нибудь задание, без выполнения которого миссия считается проваленной. Из усовершенствований, которые отличали бы Skynet от предыдущей версии игры, мы заметили только возможность выставлять разрешение 640 на 400. А сейчас позвольте представить вам нашего гостя, большого художника Аристарха Петровича. Без разницы. Можно просто Петрович. А почему не просто Аристарх? А имя Аристарх, оно звучит как-то непривычно для нашего слуха. А Петрович завсегда всякий уважит. 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 Скажите, а как складывался ваш путь в большие художники? Поэтапно. А почему вы применяете компьютер в своей работе? Понимаете, компьютер мне позволил оживить все те картины, которые я помнил буквально с самого детства. Долгими часами я их рассматривал, и мне порой начинало казаться, что они как будто оживают. Спасибо вам. Слушай, я тебе сейчас хочу подарить свою последнюю работу. А может не... Момент. Вот. Да. Это аллегорическое полотно, которое называется «Хард-диск через секунду после его форматирования». Это тебе. Спасибо вам большое. А нашу программу продолжает игра «Скриммер 2». «Скриммер» – очередная гонка на мониторе вашего персонального компьютера. Надо ли говорить о популярности этого жанра виртуальных развлечений, если новые автосимуляторы появляются на рынке компьютерных программ чуть ли не ежедневно? Скример предлагает вам гонки в трех различных странах. Англии в условиях континентального климата, Египте в условиях жаркого климата и в Калифорнии в условиях универсального климата.
Пока вы едете по трассе, вокруг вас происходит много чего. То пролетит стая птиц, то соберутся зеваки. Некоторые неосторожно выставленные на дорогу предметы вы можете сбивать. Честно говоря, нас не совсем устроило, как игра шла даже на Pentium 100. Ну а время 486-х компьютеров, видимо, уходит навсегда. В том-то все и дело, господа. Вот винто. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет жуткое, ужасное, отвратительное зрелище. Так что слабонервных, беременных женщин и детей мы просим подвинуться поближе к экранам. Итак... Рестлинг. Не путать с рислингом. Вам и рестлинг, игра и вид спорта. Впрочем, спортом это назвать сложно. Это скорее шоу. Бойцы, принимающие участие в поединках, не только отличные спортсмены, но и неплохие актеры. Каждый из них культивирует какой-нибудь яркий образ. Есть здесь убийца, деревенщина, клоун и, конечно, знаменитый Undertaker, гробовщик. У каждого из них имеется устойчивый круг психически неуравновешенных поклонников. Рестлинг можно считать сугубо американской забавой. Хотя бои проводятся и в других странах, там они не вызывают большого интереса. Эффектные удары, которыми обмениваются бойцы, по большей части фикция. На самом деле они скорее партнеры, чем соперники. И главная их задача — удовлетворение низменных инстинктов толпы. В игре бойцы наделены некоторыми сверхчеловеческими способностями. Тот, кто не умеет драться, не калеча себя и противника, долго в этом бизнесе не продержится. Вот винто. В наше время некоторые доселе безобидные слова приобретают какое-то пугающее криминальное значение. Ну, взять, к примеру, слово «пацаны». Услышав его, мало кто теперь может представить себе детей, мирно играющих в песочнице. То же самое приключилось и со словом «синдикат». Раз «синдикат», значит «преступный». «Синдикат» относится к играм тактического класса. В отличие от подавляющего большинства компьютерных игр, вы выступаете на стороне плохих парней, мощного гангстерского «синдиката». Вы располагаете опытным персоналом, четырьмя заплечных дел мастерами, усиленными киберимплантами. С их помощью вы должны захватывать территории вражеских синдикатов. К тому же в провинции время от времени поднимаются восстания. На вас нападают террористы, религиозные фанатики, наезжают байкеры. Вы можете управлять движением камеры, менять масштаб изображения и угол зрения, что позволит вам не потерять ваших агентов в городской толчее. Философия игры как нельзя лучше отвечает современному положению дел в России. Решительно все сферы жизни контролируются неформальными, так сказать, структурами, которые беспрестанно выясняют отношения между собой. Так что у нас всегда находилось много желающих поиграть в такие игры. Ну вот и все на сегодня. Гейм, как говорится, оба. В смысле, до новых встреч?